Новые батареи в квартирах жильцов 25-го дома по улице Клиническая появились летом прошлого года. Старые чугунные постоянно выходили из строя. Трубы протекали в подвале. Теперь новые батареи греют на отлично. В принципе, недовольных вообще нет. В доме тепло, все достаточно эстетично, хорошо выполнено. Основное внимание во время ремонта уделили тепловому узлу. Теперь здесь установлена современная автоматизированная система. То есть у нас стоит там датчик, переносится на управление вот сюда. Вот написано, температура наружного воздуха 12,8 градусов. То есть соотношение наружного воздуха и температуры подачи в дом горячей воды. Вот 69,1. Специалисты фирмы-подрядчика по просьбам жильцов привели в порядок и само помещение подвала. Раньше, рассказывают жители, сюда без резиновых сапог нельзя было пройти. Рабочие просушили помещение, заменили окна, на пол насыпали песок и щебень. Мы тут решили немножечко дополнительных работ сделать, так как у нас деньги с дома оставались ввиду отказа некоторых квартир и прочих. То есть мы добавили работы, согласовал нам это куратор НОФКР. Ну, в принципе, вот все желания жильцев мы постарались выполнить. Как идут работы на объекте, в течение нескольких месяцев проверяли специалисты фонда капитального ремонта. Сначала жители отнеслись с недоверием к рабочим, некоторые отказывались пускать квартиры. В процессе работы, как подрядчик зарекомендовал себя, уже было больше доверия. Сантехников здесь принимали уже как родных, и буквально просили их сделать дополнительно что-то по квартирам, когда не получалось им самим смонтировать. Всего в 2016 году в Самарской области отремонтировано 1044 дома. В фонде капитального ремонта сообщают, собираемость взносов выросла и превысила 90%. Почти 100% сборы показали Богатовский, Борский, Челновершинский районы и город Отрадный. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.